На стадионе «Торпедо» состоялся финал первенства городского округа Люберцы по футболу. В турнире принимали участие воспитанники из 25 общеобразовательных учреждений. О самых стойких командах, дошедших до победы, наш следующий сюжет. Первенство по футболу среди общеобразовательных учреждений проходит ежегодно в рамках празднования Дня города. Очередной турнир стартовал 6 сентября. На протяжении двух дней 25 команд боролись за право выйти в финал. По итогам зонального этапа представители 5 школ и гимназий городского округа встретились на заключительной части соревнований на стадионе «Торпедо». Но это проводится с целью популяризации футбола, определения сильнейших футболистов и, возможно, формирования команд для участия в «Спартакиаде» Московской области. Перед тем, как выйти на футбольное поле, ребята усердно тренировались в своих учебных заведениях. Каждая команда играла с противником по 2 тайма. Продолжительность одного – 15 минут. За один день участники турнира преодолели 2 полуфинала. Есть ребята заметные в каждой команде, есть лидеры. Вот, допустим, сейчас играла школа 5-я, то есть вратарь очень хороший, то есть выручил 2 раза выход 1-1. А капитан очень хороший, хорошо сыграл. Ну, вот видите, футбол такая штука, что повезло не всегда сильнейшим. А тому, кто больше атакует, больше бьет по воротам. В ходе упорной борьбы третье место досталось команде из 5-й гимназии. Бронзу первенства взяли футболисты из лицея номер 4, а победителями турнира стали ученики 52-й школы. Призеры соревнований получили кубки, медали и грамоты от Комитета физической культуры и спорта, а также Управления образованием. Луиза Егязарян, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.